В книжном магазине продавец спрашивает у нового русского: «Вам может что-нибудь полегче?» «Да мне как-то это, вообще-то все равно, я же на машине». Мальчик Вовочка из семьи новых русских пришел на урок в музыкальную школу. Ну, открывая, значит, футляр от скрипочки. И как заржал. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха. Подходит к нему преподаватель. Говорит: «Ты чё ржёшь, долдон? У тебя же в футляре автомат боевой Калашникова. Понял?» Он говорит: «Так чё ж мне не ржать? Папка вот это в банк пошел, так я представляю, как он там с моей скрипочкой». Новые русские в ресторане, значит, он и она. Ну, сидят за столиком, так скромно накрытым, тысяч на пять баксов. Он такой весь крутой, в смокинге, бабочка бриллиантовая, ну, цепь золотая так тянет к земле. Ну, метр 600-й припаркованный там, и она изящная, тонкая, высокая, золото, бриллианты, бриллианты, золото. Так вилочкой, ножичком она, ножичком, вилочкой, и вдруг... «Ой, милый, прости меня, не в то горло попало». Он говорит: «Да ты чё в натуре, бля? Ты чё, в два горла жрёшь, что ли, а?» Опять же, в ресторане два новых русских, ну, ужрались до потери, там сидят, откинулись, сидят. И говорит: «Вован, ты посмотри, какая красивая девушка сидит, он в шортах». «Да не, это она, он в мини-юбке сидит, он, смотри, ноги длинные и трусики черные, видишь?» «Да не, ну ты задолбал, это не трусики, это волосы, по-моему». «Да нет, трусики». «Да не, ну волосы». «Да нет, трусики». «Нет, волосы». «Нет, трусики». «Нет, волосы». «Ну давай помажем». «Ну давай». Ну поспорили на пару штук баксов. Подзывает официанта, говорит: «Слушай, братан, иди посмотри, там вот у нее что-то, трусики или волосы». Ну, официант ходил, ходил там кругами, подглядывал, что-то вдруг подходит и говорит: «Да не, братва, вы проиграли оба, это мухи». Один новый русский приехал в Англию, но поработал там месяца три, потусовался, и надо ему было уехать в Россию, ну, на годик где-то, ну, надо было. Ну, короче, перед отъездом заходит вон в один из шикарнейших лондонских банков и говорит: «Возьму кредит». «Какую сумму?» «100 баксов». «100 тысяч?» «Нет, $100. «Вы что, с ума сошли? У нас же солидный банк». «Я понимаю, что у вас солидный банк, но мне нужно $100. «У нас солидный банк. А у вас что, нет $100 в банке?» «Есть. Ну так дайте». «Хорошо. 3% годовых вас устроит?» «Устроит». Ну, выписали ему кредитный договор на $100 по 3% в год. То есть через год он должен дать $103. «Вы знаете, у нас солидный банк». «Да я понимаю. Но вы на эту сумму должны какой-то залог оставить. Ну, там вещи какие-нибудь или ценные бумаги». «Да нет проблем. Вон внизу стоит 600-й Мерседес. Вот ключи, вот документы». Ну, у банкира, конечно, чуть глаза на стол не выпали. За 100 баксов 600-й Мерс в залог. Ну, взяли этот Мерс, отогнали на стоянку, дали ему 100 грин. И он уехал на год в Россию. Через год приезжает. «Вот $103, где моя машина, где ключи?» Ну, ему подогнали машину к подъезду, подгоняют, так он садится, вставляет ключ в замок зажигания, и выскакивает банкир.
В мыле весь такой встревоженный. Говорит, слушайте, сэр, ну я понимаю, что вы русские, нас, конечно же, ну, обманули, да? Но как? Он говорит, да слушайте, а кто ж мне за 3 бакса в год даст стоянку для 600-го Мерседеса в Англии, а?